Никита Емельянов с вами на связи. Сегодня тема у нас аура и энергетика. Как понять и как ухаживать за своими энергополями? Что такое аура? На уроках, уже на платных, крутых, мощных, глубоких курсах мы различаем, что такое прана, аура, ауральное поле или праническое. На этом ролике я экспресс-объяснение вам дам. Кто захочет, потом пойдет в курс. Как минимум, будет понимание. Аура – это некое поле, невидимое обычному глазу, но видимое инструментом разным, физическим, там, каким-то аппаратом специальным. Оно мощное. Оно вокруг каждого человека. Если есть аура, человек жив. Нет ауры, человек не живой, все. То есть это связано с жизнью человека. И уход за ней, знание о ней имеет большое значение для нашего благополучия. Аура окружает все живые организмы. Собаки, кошки, дельфины, киты, люди и так далее. У человека конкретно аура отражает нашу эмоциональную, физическую жизнь, духовную составляющую. Если человек, например, что-то думает плохое, аура темная. Если он в хорошем расположении, аура светлая. Почему важно заботиться? Почему важно чиститься? Наше энергополе взаимодействует с разными людьми, с разными объектами, ситуациями. Люди, не только люди, ситуации тоже энергообъекты. И если мы ловим негатив откуда-то, от человека ли, от ситуации ли, соответственно, аура будет портиться. Это отражение того, что внутри нас. Если мы это знаем и понимаем, правила работы с энергией, правила работы с аурой, мы можем себя защитить, очистить, улучшить свое здоровье. Энергетическое, духовное, психическое, ментальное и многие другие. То есть типы здоровья тоже бывают разные. Есть еще такой аспект, как балансировка ауры. То есть мы сейчас говорили в целом про чувствование ауры. Балансировка как раз создает триединый баланс. Физическое тело, ментальное, эмоциональное. Как ухаживать? Есть несколько инструментов, давайте их перечислим. Первый инструмент – это энергопрактики и медитации. Причем связанные медитации не просто, а связанные с визуализацией. Регулярность практики. Например, вы можете визуализировать то, что вокруг вас чистый золотой свет. Попробуйте прямо сейчас, 10 секунд у вас, представьте, что вокруг, и касаясь кожи, и вокруг лица, и вокруг ног, вокруг грудной клетки, вокруг спины, чистый золотой свет, золотой поток. Как будто солнышко на вас светит, вам тепло, кожа реагирует, вам приятно. Аура почистилась, перышки почистили. Мы сделали микроэкспресс-упражнение прямо здесь, внутри этого ролика. Это один из способов, как можно чистить ауру. Конечно, есть более продвинутые, более крутые. Это все у нас в мастер-классе есть. Заходите, берите, ссылки у вас здесь будут, увидите их. Следующий пункт – это кристаллы. При помощи кристаллов вы тоже можете чистить ауру, зная, как это работает. По кристаллам у нас прям отдельный подкаст и целый отдельный курс. Есть еще гонги, то есть это чаши, которые поют, ими тоже можно чистить ауру, это вибрация. От хорошей музыки у вас тоже хорошее настроение. Есть камертоны, которыми прикладывают к телу, есть камус или варган, при помощи игры вибрации вы чистите ауру вокруг себя. Есть окуривание и много других различного вида альтернативных способов. Ролик короткий, я приглашаю вас на мастер-класс. Мастер-класс идет у нас от 2 до 3 часов, и там вы конкретно будете вместе со мной делать те или иные практики. Марафон бесплатный, заходите, изучайте, будьте здоровым, духовно развивающимся человеком. Увидимся на уроке.